Приветствую, друзья. Вот есть люди, которые так привыкли к стрессу, что они уже его не отличают от нормального состояния. А вот как только они попробуют один раз сделать выход из стресса на состояние глубокой душевной успокоенности, безмятежности, они тут же понимают разницу. Но когда возникает новый стресс, они опять забывают, что по идее, если бы они заякорили это состояние, они могли бы эту свою мощность вызывать в любой момент, когда им это нужно. И в любом месте. И незаметно для окружающих. Поэтому сейчас будет у нас через пару дней вебинар, объявление будет. И вы увидите, как это делать, как стоять над страхами, стрессами, как в любой момент включать свои преимущественные ресурсы, чтобы решать все волнующие вопросы, которые возникают перед вами. Поэтому, друзья, готовьтесь, вебинар будет просто потрясающий, это я вам гарантирую. До встречи!